посылку дяди министру собирают. Бам. А я без фотокора, мы скоро еще не гуляли без шапки. Если брать опять же сравнение в Чернобыле, ну я не знаю, может быть у них свой букет болезней, ну как минимум мне кажется геморрой от того, что они очень долго сидят на одном месте на кресле. Вот. А женщины, которые работают на производстве, которые допустим опять же работают в сфере обслуживания, там ресторанного бизнеса или стоят на базарах, у них очень много болезней, поэтому мы хотим показать, что женщины, они болеют, они изнашивают себя за 30-40 лет стажа. Вот, и чтобы они поняли, что 63 года – это не тот возраст, который вы, ну, с которым женщина должна выходить на пенсию. Ну, вообще красивый букет. Ярочка. Если наши женщины умные, здоровые, то и нация будет шикарная. Будущее любого государства зависит от женщины. Супер. Мужчина, мы тут еще подписи собираем. Подпишу. Конечно, женщина в ВУЗ. Пока.